Всем привет! Вы залезаете на YouTube, чтобы посмотреть видосики. Посмотревшись на этом хостинге моды по ПВЗ, человек подумает: а что если я сделаю свой мод по ПВЗ? Если вы пришли на этот видос, то вы пришли по адресу. Я расскажу в этом видео, как делать моды по ПВЗ, но поделю на несколько частей. Эта часть будет про распаковку и замену спрайтов. Если видео зайдет, я сниму еще. Но перед началом подпишитесь на канал и поставьте на колокольчик еще лайк на видео. Теперь начинаем! Перед этим я расскажу, какую версию нужно скачивать. Есть версия Джоти и версия 1.0.0.1051. Я рекомендую эту версию, потому что здесь можно менять и геймплей, и визуал. Как сделать? Скачиваем этот файл, будет под ссылкой в описании. Распаковываем наш любимый файл. Перемещаем Plants vs Zombies main.pub.patcher в эту папку. В этой папке скрыты файлы. Запускаем наш патчер. Патч. Вылезает панель, нажимая на любую кнопку. На этом месте перечисляются файлы. Под конец нажимаем два раза. И все готово. Теперь надо рассказать, как переделать спрайты. Заходим в папочки, показанные на экране. Понадобится графический редактор, как, например, paint.net или Adobe Photoshop. Я решил переделать лужайку и дымогриб. Давайте посмотрим в ускоренном движении. Готово! Поглядим, что получилось. У нас все получилось! Прекрасно так работает! Графика 10 из 10! Спрайты 10 из 10! Это пока не все. Дальше будет еще интереснее. В следующем видеоролике я покажу, как менять название в самом игре. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить на колокольчик еще лайк. Еще зацените Discord сервер. Всем до скорой встречи, всем пока!